42 человека умерли в Кыргызстане от коронавируса. 8 в апреле, 8 в мае и 26 в июне. Первая смерть от коронавируса зафиксирована 3 апреля в Новоакадском районе Ошской области. Мужчина 61 год. Сопутствующие заболевания – коронарная болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет второго типа. Сопутствующие или хронические заболевания были у 24 умерших от коронавируса в Кыргызстане. Среди них экс-спикер Жигор Кукинеша Мукар Чолпонбаев, ему было 70 лет, и два врача. Руководитель группы семейных врачей столичной ЦСМ номер 3 Джузумкан Кукумбаева, 57 лет. Врач-фтизиатр Ошской межобластной больницы 1961 года рождения. Возраст умерших от коронавируса в Кыргызстане – от 34 до 87 лет. Один из них, 84 года рождения, был продавцом на овощном рынке в Бишкеке. Умер от острой сердечной недостаточности, острой дыхательной недостаточности, двухсторонняя пневмония, вот, полиорганная недостаточность. Позднее обращение за медицинской помощью – 4 известных случая из 42. Житель Бишкека 69 года рождения поступил в больницу в тяжелом состоянии с внебольничной двусторонней пневмонией и острой дыхательной недостаточностью. Сопутствующих или хронических заболеваний не было. При сборе эпитанализа установлено, что он болеет уже 10 дней. Дома проводил, значит, принимал антибиотики, другие препараты, так как состояние не улучшалось, наоборот, ухудшалось, он был, обратился в железнодорожную больницу, был госпитализирован, однако при приеме состояние было очень тяжелым. Больше всего умерших от коронавируса в Бишкеке и Ошской области. За прошедшие сутки зафиксирован один летальный исход от коронавируса в Ошской межобластной больнице мужчина 48 лет.